Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такие самые обыкновенные простые бантики, которые можно использовать для декора различных детских пинеточек, балеточек, опять же детской одежды, панамок, различных шляпок. В общем, в принципе, туда, где вам нужно вот такой замечательный бантик. Я использую его чаще всего для украшения игрушек, либо это какой-то бантик у джентльмена, либо это бантик у девочки. То есть, в принципе, можно использовать для различного мелкого декора разных изделий. Как вы видите, схема очень простая, поэтому мы начинаем с движущего кольца или кольца амигуруми, захватываем краешек ниточки большим и указательным пальчиком. Затем обхватываем ниточкой указательный и средний пальчик. У нас получилась вот такая вот петелька. То есть я, как вы видите, обвела вокруг двух пальцев ниточку. Затем я ввожу крючок вот в это колечко, можно сказать, получившееся, захватываю рабочую ниточку. И еще раз захватываю ниточку, закрепляю. Получилось вот такое кольцо. Если вы потянете за короткий краешек ниточки, то оно у вас будет постепенно сужаться. Но не спешите сужать колечко, оно нам еще пригодится. Итак, закрепили кольцо и начинаем набирать цепочку из 5 воздушных петелек. Захватываем рабочую ниточку, первая петля, захватываем вторая, третья, четвертая и пятая. У нас получилось колечко и 5 воздушных петелек цепочком. Теперь делаем 3 накида на крючок. 1, 2 и 3. В колечко нам нужно провязать 6 столбиков с 3 накидами. Как мы будем это делать? 3 накида мы сделали. Вводим крючок в колечко и, захватывая рабочую ниточку, нам нужно сейчас попарно провязать каждую из петелек. Захватываем рабочую ниточку, сначала первую пару провязываем, на крючке осталось 4 петли. Затем захватываем рабочую ниточку, провязываем вторую пару, у нас на крючке 3 петли. Захватываем рабочую ниточку, третью пару провязываем, на крючке 2 петли. И оставшиеся 2 петли провязываем рабочей ниточкой. Вот так мы связали один столбик с 3 накидами. Повторяем. Один накид, второй и третий. Вводим крючок в колечко и провязываем попарно петли. На крючке 5 петелек, захватываем рабочую ниточку, первые 2 петли провязали, на крючке 4 петли. Захватываем рабочую ниточку, вторую пару провязываем, далее третью пару провязываем и оставшиеся 2 петли довязываем до конца. Мы связали 2 столбика. Повторяем 3 накида. Вводим крючок в колечко и провязываем попарно все 5 петелек. Но попарно, начиная снизу, по 2 петли. Итак, мы связали 3 столбика. Продолжаем 3 накида делаем. В воздушную петлю вводим крючок. У нас на крючке 5 петелек. И попарно начинаем провязывать каждую из петелек. Попарно. Четвертый столбик готов. Снова 3 накида. Вводим крючок в кольцо. Захватываем рабочую ниточку и попарно провязываем каждую из петелек. Попарно. Это 5 столбиков. И снова делаем 3 накида. Вводим в колечко наш крючок и попарно провязываем каждую из петелек. Я закончила вязать 6 столбик с 3 накидами. Можете пересчитать. У нас была первоначальная цепочка из 5 воздушных петелек. Затем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 столбиков с 3 накидами. Теперь делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, как было у нас изначально. И вот в это колечко наше делаем соединительный столбик. Вводим крючок в колечко и продеваем его сквозь петельку. То есть мы не делаем никаких столбиков, а как бы завершаем первое крыло бабочки или бантика.
Вот так, то есть мы начали с 5 воздушных петелек, затем 6 столбиков с 3 накидами и закончили 5 воздушными петельками. Начинаем все точно так же, аналогичным способом. 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем 3 накида, 1, 2, 3. И в колечко вяжем снова столбик с 3 накидами, попарно провязывая каждый накид. Снова 1, 2, 3. Вводим крючок в колечко и попарно провязываем каждую из накидов, каждую из петелек на крючке. Второй столбик связали. Делаем 3 накида и попарно провязываем каждую петельку или каждый накид, который мы изначально накинули. 1, 2, 3. Снова сюда же вяжем столбик с 3 накидами. Аналогично первой стороне мы должны связать 6 столбиков с 3 накидами на каждой из сторон. На первой. И мы сейчас связали на второй 4 столбика. И довязываем еще 2 с 3 накидами. Довязываем попарно каждую из петелек на крючке. И последний раз я делаю 3 накида. И в колечко вяжу 1 столбик с 3 накидами, провязывая попарно. Мы связали почти второе крылышко или вторую сторону нашего бантика. Оно состоит из 5 воздушных петелек, 6 столбиков с 3 накидами. И мы точно так же, как и первую сторону, должны завершить 5 воздушными петельками. Делаем цепочку из 5 воздушных петелек. И в колечко делаем соединительный столбик. Захватываем рабочую ниточку и продеваем сквозь петельки. Теперь, смотрите, придерживаем крайнюю петельку на крючке и вытягиваем вот этот короткий краешек ниточки, то есть постепенно-постепенно стягиваем вот этот наш краешек, затягиваем и стягиваем наше колечко, которое у нас посерединке, то есть наше кольцо амигуруми затягиваем максимально для того, чтобы соединить как бы наш бантик. Вот вы видите, он уже получается отделен как бы как крылышки бабочки, но при этом хорошо затянув, нам нужно вытянуть вот эту петельку, которая у нас на крючке. Просто потяните ее, и потянется рабочая ниточка. Нам нужно отрезать ниточку в зависимости от длины, которая вам нужна для пришивания, плюс где-то сантиметров 5-6. То есть мне, допустим, не нужен длинный краешек, поэтому я отрезаю где-то на 10 сантиметрах. Мне он, в принципе, не нужен для пришивания. При этом, если вам нужно, то оставляете с запасом и вытаскиваете рабочую ниточку. У вас получается один краешек, который вы стягивали, ниточка, и второй краешек, который подлиннее, мы оставляли, плюс где-то 5 сантиметров. То есть смотрите, что мы сейчас делаем. Вот он у меня сверху. Я вытащила крючок и теперь начинаю обматывать серединку. То есть вот так вот наматывать на серединку между крылышками нашего бантика вот эту ниточку, которую мы оставляли подлиннее. Вот так начинаем обматывать где-то 4-5 раз. То есть в зависимости от, скажем, ширины желаемой серединки. Если вы хотите, чтобы она была более намотана, то есть такая вот обмотана, то, соответственно, наматываете большее количество стежков. Если, допустим, хотите более или менее аккуратно, минимально, то есть я думаю, что 4-5 вполне достаточно. Я сейчас 4 обмотала, я считаю, что более или менее вполне достаточно. Главное вам закрыть серединку, то есть ваше колечко спрятать, чтобы его было не видно. И бантик казался более или менее аккуратным. Вот, наматываете не просто на серединку, а как бы немножечко распределяете по краям. Теперь поворачиваете изнаночной стороной и завязываете
два краешка, то есть вы один краешек от кольца стягивания остался и второй, которым наматывали. То есть вы завязываете узелок с изнаночной стороны, с задней, и у вас получается вот такой замечательный бантик. При этом у вас длинный краешек остался подлиннее, то есть вы сможете его пришить. Если вам не нужны длинные края, а вам просто нужно где-то завязать, допустим, это какая-то игрушечка на ушко и так далее, то достаточно и вот таких маленьких кончиков ниточки. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, комментируйте, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Хорошего настроения. Пока-пока!